Командование Народной милиции Луганской Народной Республики выразило благодарность председателю собрания депутатов города Каспийска Абдулвахиду Джаватову, а также президенту Союза Объединенного ополчения Дагестана 1999 года Амиру Азаеву за оказанную помощь, направленную на укрепление боеспособности вооруженных сил России. Командование 2-го армейского корпуса от командира вот благодарственное письмо вам отправил от своего сердца. Все благодарны, да, Аллах вам здоровья, дальнейших успехов и сотрудничества. Не так давно из Каспийска отправилась очередная партия гуманитарной помощи участникам специальной военной операции. Это термобелье, консервированные продукты и многое другое. Очень приятно увидеть, что их не оставили как бы одних. Поднимается военный дух и только вперед, ни шагу назад. Как сказал наш верховный главнокомандующий, победа за нами однозначно.